Каким бы ни был автомобиль, новым или подержанным, соблюдать правила дорожного движения должны все водители. Но, увы, это утопия. Очередную подборку хамского поведения на дорогах региона представим прямо сейчас. Обстановка на дорогах Иркутска порой напоминает саванну, в которой хищники борются за место под солнцем. Вот типичная зарисовка. Лев на белой иномарке очень хочет перестроиться вправо, но тигр с авторегистратором не планирует уступать. В итоге царь зверей начинает буквально выдавливать с полосы своего соперника, создавая тем самым аварийную ситуацию. И даже сделав свое дело, разъяренный хищник еще несколько десятков метров преследует свою жертву. Встречаются в городских джунглях и водители с характером гепардов. Один из таких владеет вот этой респектабельной иномаркой и, видимо, искренне считает, что, будучи самым быстрым в прайде, может нарушать правила. Поэтому, увидев небольшой затор, образовавшийся на перекрестке из-за красного сигнала светофора, хищник решает оставить позади своих соперников и проезжает этот отрезок пути по встречной полосе. Но не только хищникам в сибирской саванне свойственно нарушать правила. Водителя вот этого грузовичка вполне можно сравнить с жирафом. Вроде и сидит высоко и видит все вокруг лучше других, но при этом будто намеренно игнорирует красный сигнал светофора и проезжает зебру. Не животное, конечно, но высокой скорости. Если и вы стали очевидцем неадекватного поведения за рулем, присылайте нам свои видео. Самые интересные покажу в эфире.